Харьков, 9 марта, 2014 год, 200-летие Шевченко, митинг за единую Украину против агрессии российских войск Путина в Крыму. Строй, просто чтобы атмосферу Шевченко, Наталья Головина. Ну, я не знаю, как они там решат, кто из них первый. Просто красота. На всякий случай, меня просто этого не видеть, но они, это пара, они решат. Я хочу их, чтобы они поздравить их с 30-летием их совместной жизни. Так, простите. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, раз, два, три, слышно, да? Я хочу обратиться с небольшим вступлением, потому что стихотворение, которое я хочу прочитать сейчас, очень мудрое и очень подходит к сегодняшнему часу. Нам сейчас нужно набраться мужества, спокойствия и терпимости. Стихотворение Киплинга. Владеет собой среди толпы сметенной, тебя клянущий за смятенье всех, весь сам в себя наперекор вселенной, и маловерным отпусти их грех. Пусть час не пробил, жди не уставая, пусть лгут же лжецы, не снисходи до них, умей прощать. И не кажись, прощая, великодушней и мудрей других. Умей мечтать, не став рабом мечтания, и мыслить мысли не обожествив. Равно встречай успех и поруганье, не забывая, что их голос лжив. Останься тих, когда твое же слово калечит плут, чтоб плавлять голубцов. Когда вся жизнь разрушена и снова ты должен все воссоздавать со снов. Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом, все проиграть и нищим стать, как прежде, и никогда не пожалеть о том. Умей принудить нервы, душу, тело тебя слушать, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело, и только в поле. Отстанься, просто весь адрес царями. Будь честен, твоя с тобой. Будь прямо тверд с родами и друзьями. Пусть все свой час считаются с тобой. Наполни смысл каждое мгновение. Часов и дней улови век. Когда весни ты примешь во владение, тогда, мой сын, ты будешь человек.